Желтый пылью наши окна запорошены, третий день Афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции Нагорной Бадахшан. Мне поет про горы грусть магнитофонная, а вокруг столпились горы на югу. И живу я здесь засадами, колоннами, да еще твоими письмами живу. И отмечено в уставе или в Коране, для чего живет на свете человек. Здесь сошлись два века в противостоянии, век 20 и 14 век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я, 10 заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русые, сыновей, что с фотографией глядят. Ни к чему здесь новомодные традиции, все указы здесь не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции, он милиции московской не чета. Пью за дружбу боевую, настоящую, пью за то, что он не смотрит свысока. Что меня он не ходячего, не зрячего, 7 часов тащил по скалам до полка. Может быть, мои сумбурные карагули разбирать ты будешь слезы, не боя. Только сделай так, родная, чтоб не плакали письма папины, читая сыновья. Только верь мне, по законам человечности будет встреча, будет новая весна. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Thank you.